подписывайтесь, субскрайб. Это последнее видео за сегодняшний день, не простите. Видео выйдут через месяц, кажется. Видео будут выходить раз в месяц. Ну, я шучу! Присылайте мне интересные факты и даже присылайте мне наборы Олега. И даже присылайте свои постройки или снимки. Но снимки присылайте мне не очень интересно. Заходите в группу ВКонтакте Глобтоп. Подписывайтесь на канал Топ 5 Дай 5. Это интересный канал, где там дают разную ясную информацию и крутую музычку. И да уж, честно сказать, в Ютубе взорвалась информация о 7 серии. Простите за то, что не выходили серии про миксеры. Но я получил все миксеры! Ну, соединил их Максы, и скоро я покажу их на видео. Сейчас у нас Лего Нексонайтс, и у нас есть машина Молдера. Здесь ходят две мини-фигурки. Даррен Фокс и Молтон. Молдер здесь выглядит круто в этом наборе, и есть один Нексо-щит. Огненный шар, и здесь есть книга Хаосу. Сначала покажем вам книгу Хаосу. Книга Хаосу показывается в мультике Лего Нексонайтс на Cartoon Network. Смотрите, здесь есть два шустрика. Я не живу в России, я живу в Украине. И поймите, папуасы, подписайтесь на канал Брайн Мапс и подписайтесь на Вангая и Масяню. Сзади видна функция этого набора, что если крутить, получится, что он будет биться. И здесь есть вот такие кругленькие. И здесь есть арбалет Ланса. И здесь есть битва. Мы начнем с мини-фигурки. Это Даррен Фокс. У него два выражения лица. Успокаивающееся и улыбчивое. У него сзади есть запасное ядро. И здесь есть прикольный арбалет. И у него здесь есть Нексо-сила шар огня. Ну, простите, закрепление. Ну, можете это простить. Еще здесь есть гигантская машина Молдера. Здесь такие колеса, как из Лего Чимы. Вот такие прикольные детали, светящиеся. Блять. Простите за матюки. Извините меня за это. И Стас, спасибо. И сделаю погромче звук. Извините за то, что... Ну, подписывайтесь на канал разных ютуберов, которые я подписался. И подписывайтесь тоже вы. Здесь сидит мини-фигурка Молдера, видите? У него одно выражение лица, ухмылка. Вот он в угоде будет такая же мини-фигурка, но шустрик. У него прикольные доспехи из Лего Ниндзяго в 2004 году. И здесь есть прикольная штабка. И здесь есть катапульты. Две катапульты. Макупау. С вами был Славик. И этот набор стоил 500 гривен. 500, вашу мать, гривен. С вами был Славик. Пока.